Меня зовут Кирилл Новопашин, я оператор-постановщик фильма «Меня это не касается», режиссер, отец Александр Новопашин. Фильм, в центре этого фильма молодежь. Молодежь, чью судьбу искалечили наркотики. А также о людях, которые занимают позицию «Меня это не касается». Съемочная группа преследовала цель, если не изменить мир к лучшему, то хотя бы призвать к общению, как тема для разговора. Потому что даже если хотя бы один молодой человек откажется попробовать наркотики, это уже будет большая победа. Так как кто такой наркоман? Это не просто гражданин, это отец, мать, дети, внуки, родственники, знакомые пациенты. Это очень страшно. Это на самом деле вокруг нас и должно касаться каждого. Ваше участие в фестивале. Чего вы ожидаете? И как вам вообще все, что происходит? Вот онлайн-трансляция, допустим, фильма, да? Нет, это замечательная задумка про онлайн-трансляцию. Я уже позвонил в Новосибирск со своим родственникам, друзьям. Я говорю, смотрите. Мне, правда, очень удобно. Сам фестиваль очень нравится. Все замечательно, по-доброму, тепло, по-семейному. Все классно.